Друзья, привет! Начиная с сегодняшнего дня, именно с этой барахолки на Нивках, теперь все товары вы можете купить в группе «Антиквар» от «Антиквар ТМ». То есть я покупаю товар на барахолке, показываю его вам, рассказываю, выставляю в группу, вы заходите и покупаете. Потом продаете эти товары на eBay. Если товар в течение недели продан не будет, тогда я его сам продам на eBay. То есть я таким образом даю вам возможность, у тех, у кого нет барахолок, купить товар по той цене, по которой я купил его на барахолке в Киеве. Итак, друзья, первое — это у нас игольница. Да, это именно не то, что подумали некоторые из вас. Для хранения иголок, которую можно будет продать в районе $20. Так, дальше у нас значки. Значки за дальний поход. Вот этот только я не знаю, как называется. Если знаете, подскажите. Потому что надо выставлять уже на продажу в группу. Я так и выставлю его без названия. Я не встречал такой значок. Довольно-таки нечастый. Все за дальний поход. Это за надводный, это за подводный. Видите, здесь подлодка. Я такие продаю на eBay по $40. Ну, это со своими отзывами. То количество отзывов, которое я имею. Новички смогут продать дешевле. Но долларов по 20, я думаю, точно смогут продать. Это вот эти. А вот такой, я думаю, уйдет не менее чем за $30. Это очень нечастый значок. У него здесь и закруточка. Видите, какой? Так. Потом я купил зажигалку. Зажигалка настольная, газовая. Вот сразу здесь покажу в видео. Здесь у нее сломана коробочка. Или так и должно быть. В общем, вот эта штука, тут ушки сломаны. Но она одевается и держится, видите? Ну, слетает. Потом он так одевается. Вот такая зажигалка. Она просто огромная. Я думаю, на eBay она уйдет минимум за $50. Она рабочая. К сожалению, я не могу ее заправить. У меня нет такого переходника. Но там все на месте. У меня лишь не подходит переходник для того, чтобы ее заправить. Вот такая большая настольная зажигалка «Ленинград». Кстати, тоже очень нечасто. Потом я ее купил за 200 гривен с этой же цены. Она будет выставлена в группе. Кстати, значки забыл сказать, да? Тоже по 200 гривен. С этой цены я их и выставлю. Потом была куплена вот такая зажигалка. Чем она интересная? Здесь, видите, полет в космос. Такие зажигалки, сейчас я покажу вам как раз на примере ее, как искать товары на eBay. Вот здесь якобы нет штифтика одного, видите? Отверстие, смотрите. Но на eBay стоят тоже все такие же. Сейчас я вам покажу. Так, здесь все остальное есть. Штифтик этот, конечно, сделать абсолютно не проблема. Я вам все показываю, как оно выглядит. Тему космоса на eBay очень любят. Сейчас мы посмотрим, сколько стоит такая зажигалка на eBay. Вот я написал, видите, Space Lighter USA. Смотрим. Вот зажигалка $74. Вот зажигалка $99. 34, но здесь вообще у нее нету верхней части, видите? Просто отсутствует. Зажигалки-то еще с темой космоса очень хорошо пользуются спросом. Смотрите, это рисунок такой, как у меня. Видите, да? И тоже у этой отсутствует
Это, видно, у них болячка такая, что оттуда выпадает штифт. Ну, никто не стал делать, так и продает. Просят за нее $99 и $22 доставка. Сейчас посмотрим в проданных. Что у нас есть по космосу? Ну, вот в данный момент есть одна в проданных по космосу $40. Видите, какая? Поэтому я уверен, вот эту зажигалку за $50 продать очень легко. Смотрим дальше. Дальше зажигалка-пистолет. Такие пистолеты целые стоят $100-$120 на eBay. Видите, да? Но здесь есть рукоять. На рукоять надо поставить два винта. И надо вот эту штуку, вот она, припаять вот сюда. То есть она сюда подходит. Сейчас, вот. Она сюда подходит. Просто ни у кого не было рук, чтобы это сделать. Купил я этот пистолет за 200 гривен. Здесь все имеется. Сама зажигалка внутри, видите, да? Здесь все есть. Надо это только довести до ума. С этой же цены в 200 гривен я ставлю ее в группе. Так что заходите и покупайте. Сделаю подробные фотографии, как она выглядит. Опишу все неисправности, соответственно. Я думаю, полдня потратить и можно ее сделать. И прилично на ней заработать. Так, кладем ее сюда. Монетка. Это, естественно, не продается. Это дали на сдачу. Я подарил ее Андрюшке. Думаю, еще раз просто покажу вам, какую монетку дали на сдаче, когда покупал блины. Так. Почему здесь два черта, если я купил одного? Видите, да? Для того, чтобы показать вам разницу. Вот такой я вам когда-то показывал. На eBay продается $50, если у него пальцы обломанные. Но здесь пальцы целые. Такой я выставил за 65. Ну и за такую цену они продаются, такие маленькие. Видите, какой маленький, да? Это Касли, чугун. Вот такой маленький чертик. А этот, смотрите, он просто гигант. Просто гигант. Только для этого я поставил два рядом, чтобы вы понимали. Вот такой черт Касли на eBay продается $150, с обломанными пальцами. У них практически все обломанные пальцы, видите? Встречаются иногда, но очень редко с целыми. Это, к сожалению, недостаток фигуры. Видите, да, какой огромный? Купил я его за 250 гривен. С этой же суммы выставляю в группе. Так что милости просим, друзья. Заходите, покупайте, торгуйте на eBay. Зарабатывайте себе отзывы. Ну как вам предметы? Нормальные? Зачетные? Я думаю, именно ты сможешь на них заработать. Поэтому ссылочка на группу «Антиквар от Антиквар ТМ» внизу под группой. Переходи и покупай. И теперь после каждого видео, после каждой барахолки будет отдельное видео по обзору товара, который я купил на барахолке. И все товары будут выставляться на продажу в группу. С той цены, за которую их купил я. Все. Пока. Удачи. До новых встреч, друзья. Друзья, вот она группа в Фейсбуке. Ссылка вот здесь внизу на группу. Сейчас товары... Все добавлены с фото, с видео. Вы можете переходить в группу и принять участие в торгах по этим предметам, которые я купил на барахолке. Все они здесь.
Не забываем поставить лайкосик и написать свой комментарий. До новых встреч, друзья!